вами. Тут дружественный Казахстан мне в Инстаграме скинул песенку и сказал, давайте дружить. Салам алейкум. Правильно или нет, сказала братья казахи. Салам алейкум. Ну, как получилось. Короче, скинули мне песенку послушать. Очень хорошая песенка, вы будете довольны. Но она уже давно, а я ее буду слушать первый раз. Перевод тут на, наверное, Куан Дик Рахим Альбина Шардарова. И на казахском, наверное, или, ну, короче, не знаю. Кинула в перевод, давай будем вместе. Но, наверное, песня на казахском. Не знаю языка, но слушаю английские, французские, немецкие, послушаем и казахские. Поехали! Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Я выучу. Вот с кем мы вместе. Ай сулу қыз қалын қалай, көңіл ауды саған қара, енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген, кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген, кешіктім бе қабай. Білемін қалай. Сері жігіт болшы абай, сендейлерді көргем талай, сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз кілті жұмбақ қой, оңашы сөзге қымбат қой, өз еркіңе қарай. Ашасыз қалай жүрегіміз кілті жұмбақ қой, оңашы сөзге қымбат қой, өз еркіңе қарай. Ашасыз қалай ашып ала мұңай жолы керек, ғашық адам солай болу керек, бір арманға күндей толу керек, екі жүрек бірдей соғу. Өзіңізді жатқа сыйламай, өзіңізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге. Өзіңізді жатқа сыйламай, өзіңізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге. Қақи
грациозно, так ласково, так красиво исполнено. Я прям балдела. Какая-то изюминка есть в этой песне, в этом видео. Короче, ну вы видели, я всю дорогу смотрела и улыбалась. Слушала и улыбалась, смотрела и улыбалась. О, не зная языка, не знаешь, что они поют, но как-то вот смотрела видео, и все понимаешь. И на казахском красиво звучало, вот очень красиво. Но я еще выросла в той стране, где мы все были братьями, где мы любили, где мы дружили, никогда не спрашивали о национальности. Теперь мне говорят, это плохо, теперь, мол, хорошо, бьют себя в грудь, я украинец настоящий, я этот, я патриот. Какой ты хера патриот, если ты свою страну этот? А тут вот слушаю, так, знаете, вот дуэт класс, прям класс, мне очень понравилось, голоса так красиво звучали, так вот завораживающе, слушаешь и оторваться не можешь. Спели, как говорят, от души, мне очень понравилось, молодцы, ребята, молодцы, спасибо вам. Я очень довольна, что посмотрела, я не пожалела потраченного времени. О, хочется еще послушать, буду еще включать. Так что не раз их вас прослушаю, ребята. Успехов вам, очень хорошо, молодцы, молодцы. Бабушку прям зацепила. Пока-пока, до новых встреч. Баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера. Баба Вера, баба Вера.